Вот холопы. Сука. К царю, к батюшке, блядь, сами попёрлись. Без презентов. Пидорас. Я по-доброму хотел, я с презентом шел, а ты? Да-да-да. Ты куда вошел? Холоп. Вон пошел. Горю. Вон пошел. Хотя, блин, там свиней не столько дохераешь морковь переводиться. Мне больше всего овец. Где моя пшеница? Я ее ем. Вкусная? Да. Ну как? Без хлеба, да? Из хлеба-то не получается сделать, да, Лёх? Не, я как корова. Мюмля, мюмля. Му-му, мазафака, да? Да, и такой, о, мюмля, мюмля. Так, короче, я пошел доделать то, что хотел. Ну, чтоб Леха моих тайных заговоров не услышал. Так, все, я иду холопу твою, холоп разбирать. За неуплату налогов. Какую неуплату налогов? Ты только сейчас про налоги сказал. Ты должен был понять, холоп. Че я должен был понять? Что ты живешь не в свободной стране. Я живу не в стране, я живу в каком-то городе. Ну и не в свободном городе ты живешь. Холоп, блять. Когда это я стал жить не в свободном городе? С того момента, как я царем стал. Тебя никто не назначал царем. Я самопровозглашен. А мы свергаем таких. У меня есть власть. У меня есть картошка. Лукашенко версия 2.0, да? Так, я пошел к себе домой, а то, блин, тут опасно жить. Какие-то нигеры бегают все время. Убивают, блин. Да, на Илью похожие причем. Я вообще-то на тебя, Лёх, похожие. Значит, они сексуальные. Хуёвые они не сексуальные. Пизда тебе, хулоп. Не смей меня трогать, я... У меня дипломатическая неприкосновенность. У меня дипломатическая неприкосновенность. Хочешь ее увидеть? Я из другого города вообще приехал. Ты вообще как обращайся? Ах ты тоджик. Тоджик тут ты. Я работник честный. Какой ты в жопу работник честный? Я нихуя не работаю. Вот именно, блин. Но деньги получаю. А, кстати, видишь, вроде бы это... даже в каникулы вроде бы стипендию перечисляют, да? Ну да. Я уже тебе кое-что подарил. Да не, я про другое хотел спросить-то, блядь. А че? А примерно получается, сколько... Вот разница между стипендией, которая вот летом, так скажем, и... Никакой. Никакой? Я думал, она пониженная или повышенная, наоборот. Не, повышенная только от обычников. Вот у вас отличники там примерно сколько получают, мне просто интересно. 1000. А обычные рядовые? 500. Блять, охуеть, я богаче любого студента. Походу. Ну там некоторые еще там... Ну там, скорее всего, льготники еще плюс получают больше всего, да? Не льготники. Так у нас... Ну как... я имею в виду это... Ай. Как их звать-то, блядь? Ну и с другой стороны вот у нас... Не-не-не, я не про это. Я имею... Ну там по утере кормильца, нет? Вроде есть такая. Там один у нас есть такой вроде бы. Он, чтоб у меня одногруппники это не смотрели, но так, по крайней мере, чтоб меня не узнали. Голос. Ой, как будто тебя, блин, смотрят, как будто меня твои одногруппники смотрят. А вот хуй знает их.
Ну, хуй-то их не их знает. Да хуй всех знает, это очень... Это мульти-инструмент, который всех знает. Это мы его так и не знаем. Всех и все. Всех и вся и все. Вот именно. А мы его не знаем. Мы сколько ищем, сколько его ищем. Да. Будь здоров. Че, простудился, что ли? Да хуй знает. Может быть. Может, подыхаешь, да? Я тебя в могилу с собой заберу. Не, спасибо. Я в аду и так, блин, периодически бываю. Да я тебя в рай отправлю лучше. О! На захват! Да! Окей, я зах... Новая задача, захватить рай. Удачи. Не, прикинь, короче, было бы такое, то, что вот... Смотри, люди, это, короче, вот нейтралитет, да? А рай с адом, короче, враждовали бы, да? А вроде так и есть. Не-не-не, я в том смысле, то, что не так, не в закрытом, как бы, пространстве, да? Ты хочешь новый Darksiders? Не, я не про то. Вот, знаешь, типа, как в Devil May Cry. Что-то наподобие. Ну, или в Darksiders. Не, в Darksiders там апокалипсис, можно сказать. Ну... Погоди, а там разве в первом Darksiders там ангелы и демоны не воевали? Не, ну они как бы воевали, но как бы ад первый наступил и все распидорасил. Так. Там весь сюжет на том, то, что типа войну в итоге узналось, что никто не вызывал, типа он сам, блядь, явился. А второй Darksiders, это типа, блин, это... Ищет своего брата, точнее, способ... Ну, способ оправдать своего брательника. Блин, пиздец, мне делать дом надо долго. А ты чё, кстати, не хочешь вот нормально сделать? А чё, мне нормально? Ага, такое чувство, что кто-то, знаешь, либо твой дом вскопал неудачно, либо еще что-то, знаешь... В смысле вскопал неудачно? Ну, вот, блин, такой смотришь, думаешь, что это за херня тут стоит? Это соединение двух, так скажем, времен. Аутиста и долбоебизма, да? Не, это каменный и этот... Лёха! Шо? Тебя курицы насилуют. В каком смысле? Ну, зомби к курицам. И? Надо это... Выпинуть его нахуй оттуда. А, это при чём? Курицы-то тебе потом пойдут. Так ты за ними смотришь-то. Так и мясо-то потом тебе гнилое придет. Так тебе вообще тогда ничего не припадет. В смысле? Ну, коромысла, ничего не пришлю. Как это ты ничего не пришлешь? Ну, а так это... Ты чё, злой человек? Я посмотрю, блин, товар говно. Я пришлю говно. Ну ты не пришлёшь, Лёх, ты слишком добрый. Ну да, я гнилую картошку пришлю. Я тебя убью. Ой, удачи, никому не удавалось, а. Ну вот никому не удавалось, а мне удастся. Не ссы, у меня будет броня на это, как его? Только посмею. На шипы. Я посмотрю, как ты, Хова, будешь драться. Так, пойду-ка я лучше в шахту. Я уже там, так что в мою не ходить. Я свою сделаю с Блэк Джеком и рейсами. А, вот 40 киллов есть, всё. Блин, зачем я это сделал? Кого? Да я сразу поставил. Так, я пошел. Так, где пожрать-то? У меня тут лежал дофига печеной картошки. А ну пофиг. Ах ты у меня картошку спиздил, козел. Не спиздил, а одолжил навсегда, во-первых. Во-вторых, я сейчас приду, и дом твой тоже одолжу навсегда. Не, ты это уже
будет умышленное нанесение вреда моей собственности. Знаешь, сейчас будет умышленное нанесение вреда твоему ебалу. За что? А вот не понравилось оно мне, холоп. Блин, еще солнце в монитор херачит, ничего не видно. А с каких пор ты, кстати, анальным дефером стал? В смысле? Ну, с коромысла, блин. Через в какую год. Игру не играем, блядь, ты всегда в жопе полный сидишь. А чё, лучше защита, лучше нападение, то защита. Ага. Лучшая тактика везде, это защита. Да я посмотрю, если, блядь, тебе воевать придется, я посмотрю, как ты, блядь, будешь в окопе сидеть, когда тебе будет генерал кричать, иди в атаку. Кину гранату и все. Он тебе это уже он за ней побежит, догонит, и тебе в задницу затолкает. Ты вряд ли успеть, там вроде 5 секунд. Это что еще за туннель, блядь, невъебический? Ты где там начал копать? Да это свой туннель расширяю, тут какое-то говно невъебическое торчит. Не мое, я только свой начал копать. Хорошо. Хорошо, если, блядь, это... Что-то будет у меня не по фэншую дырка появится где-то. Тебя буду обвинять. Так, погоди, во-первых, тут еще играют двое человек, кроме нас с тобой. Это Марка и Саня. На данный момент времени их нету. Так что, может быть, кто-то из них прокопал и сделал очень резко. Да Саня вообще в пещеру не лазил. Значит, Марк. Ну, больше всего. Вероятней. Ну, вот все. Но виноват ты, холоп. Почему? Потому что ты играешь с Марком. А ты нет. Ну, вы вообще в одном месте ошиваетесь. Мало ли чё, где мы ошиваемся. Ну, тогда молчи вообще, холоп. Посмотри, Тинкер Констракт, он добавляет какие-нибудь руды или нет? Он добавляет только вроде бы слизь какую-то новую, да и всё. Не, ну, посмотри. Не, так-то ничего не добавляет в основном, руды нет. Кстати, я хотел сказать добавить Тинкер Констракт. А то за киркой каждый раз бегать. Это, блин. А, сделал мод. А, нет, он там в ад, по-моему, добавляет труды. В ад? Какие? Ну, вот кобальт и так далее. Кобальт. А это не сплава? Нет. А, там еще и это из, как его, из Industrial вроде бы можно тоже. Да. Он медную руду добавляет. Не добавляет, а точнее можно... Надо будет собрать мне чисто вот сборку какую-нибудь с Industrial, Build, Forest. Лёха, у меня уже есть готовая. Нормальную, а не твою, холоп. У меня нормальная. Ненормальная. Давай я тебе скину, ты проверишь. Все, что от тебя, это по-любому ненормальное. Это не я делал, я там... Вот тем более точно ненормальное. На просторах интернета нашел. Вот это точно опасная сборка. Нормальная сборка. Блин, надо... Знаешь, что я забыл? Надо в ту сборку скрипт мой засунуть веселый. Как? А-а-а-а! Точно. По-любому кто-нибудь захотел бы нажать бы. Так, это... Так. Так, значит... Блять, а хули я такой момент приебал? По-любому бы вы с Марком когда скачали бы, ты по-любому бы... Ты бы мне позвонил бы, спросил, что это такое.
Ой, мой. Я тут. Чё, правда, что ли? Короче, там... Да ёлки-палки, лава, уйди. Надо было с собой верстак брать. Как будто он тебе помог бы. За киркой бегать далеко не надо. О, редстоун, блин. А, у тебя алмазы... Алмазный нет уже, да? Ну, не, нету. Чё, Марк до алмазов не допускал? Да он все себе потратил на броню и мне на броню. Да только броня говно у вас. Нормальная броня. Вот прикинь, Лёх, вот сейчас бабушка пришла. Короче, у соседей тут грозы были, все, и дача сгорела. Молниеотвод не сделали, 33 года вот было. И не сделали. Ёпт. Не повезло людям. Yeah. А вот. Чё они молниеотвод-то не сделали? Ничего? Ну, собирались. Вот. Ну да собирались. Вот именно. Бляха. А, ну, блин, хотел сказать, нам надо молниеотвод сделать. Потом вспомнил, какая у нас она. Железная. Не, ну а там был второй этаж деревянный вроде, как говорят бабушка, а первый каменный. Ну, все равно это... Внутри-то все сгорит. Да. Опа. Мебель же не каменная. Опа, я в каком-то тоннеле. Кажись, Марка его выкупал. Пойду-ка я по марковскому месту. Марковскому месту. Нет, тут нихуя нет. Марк, если ты будешь смотреть видео, пожалуйста, накопай побольше мест. Или Киркова уже. И не давай Илье ничего. Пусть работает холоп. А то у людей берет и не возвращает. Я тебе вернул. Ничего ты мне не вернул. А что я тебе должен? Золото и железо. Лёха, как будто вот ты не используешь эти рельсы. Я ими не пользуюсь. Да не ври, пользуешься. Ни разу, я на них даже не смотрел. Лёха, не пытайся, моя тактика действует. Моя любимая тактика. Заболтать человека. Я вообще ничего не знаю про никакого, какие рельсы. Ты вообще, ты кто такой? Да я тебя впервые слышу. Откуда ты знаешь мое имя, холоп? А ну забудь мое имя, холоп. Райдер, и не вспоминай, блин, о нем. О втором тоже не вспоминай. Забудь вообще об этом. Забудь, что ты тут был вообще. Данте. Ушел нахуй отсюда. Холоп сразу... Ой, еще я рыгнул. Ушел холоп отсюда. Что за хуйню ты творишь, Лех? Не знаю, как будет. Стоп, а где угольные блоки? Марк! Сука, он все же блоки потратил. Видишь, холоп умный оказался. Умнее от тебя холопа будет. Нужно больше алмазов.